Такого количества трогательных поздравлений и счастливых улыбок в развилковской школе не видели давно. В этот день звучали только самые искренние поздравления в адрес выпускников и их преподавателей. Тех, кто своим трудом и терпением старался вырастить из каждого самостоятельную личность. Я рад всех приветствовать сегодня на линейке, которая проходит в одной из лучших сельских школ Российской Федерации. Я хотел бы поздравить в первую очередь преподавателей этой замечательной школы, которой добрые и хорошие традиции, за те результаты, которые позволяют нам гордиться этим замечательным образовательным учреждением. Поздравить ребят с праздником приехала выпускница развилковской школы, а ныне министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева. Я пожелаю вам три вещи, которым я желаю в себе всегда. И хочу сказать, что они оправданы. Первое – всегда быть верным своей мечте, что бы ни случилось. Второе – во всех ситуациях оставаться человеком, во всех ситуациях. И третье – к тому сказанному. Всегда помнить, что у вас есть друзья, всегда опираться на друзей, опираться на родных и близких и помнить о тех, кто всегда с вами. Трогательность этого дня сложно передать словами. Ребята обменивались пожеланиями и цветами, вместе мечтали, загадывали желания и выпускали в небо воздушные шары. Праздник продолжился в актовом зале, где выпускники 11 классов приняли участие в концерте для родителей и любимых учителей. Ребята пели, играли на музыкальных инструментах и, конечно, танцевали вальс. Поздравить выпускников в этот день пришли также воспитанники детских садов и ученики первых классов. В жизни у них все было очень хорошо. Желаем счастья, чтобы они были здоровы. Последний звонок – важное событие не только для детей. Он значим, конечно, и для родителей. Тех, кто поддерживал и всегда был рядом в трудные моменты взросления. И, конечно, ребят переполняли чувства. Ведь вместе они пережили в стенах родной школы очень многое. Эмоции того, что это все один раз в жизни, и, конечно, счастье переполняет. Хочу сказать, что очень люблю, и что их знания, они передались мне. Учитель продолжается в своем ученике. Традиционно в завершении концерта для всех прозвенел последний звонок. Но также это звонок и в новую, и интересную жизнь. Алексей Мельников, Владимир Бежонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.